Здравствуйте все! Сегодня 3 июля 2024 года, Анапа. Ну, чтобы понятно, где это. Пляж, Пелевский проспект, дом 5. Пляжного городка. Песчаный городок. Хорош очень много. Там дальше, кстати, не очень чистый пляж. Там куча пляж. Здесь как бы чисто все. Освежающая, на улице жара, поэтому, в принципе, даже очень хорошо. Ну, естественно, вот всякие красные ракушки, которые катаются, там метки, ну, вот видно, здесь тоже немножко есть водоросли, но это не так сильно. Там дальше тоже очень там чистят все. А вот, как я сказал, в ту сторону, видите, мы вчера прошли, там вообще ничего не чистят. Жуткие заросли, водоросли. Ну, может, еще дальше, если взять салон, видите, там, может, и чистят. Там вон пионеры. А вот лягушатник вот для детей огражден даже. В общем, чисто. Водоросли есть, но чисто. Можно купаться, можно плавать. Так что, ну, грех.